Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Кто-то трудился в тылу на предприятиях, обеспечивая нужды фронта. Другие же воевали на передовой. На Раменском городском кладбище в братской могиле похоронено 250 человек. Эти люди нам дороги, потому что они воевали за нашу свободу, за нас с вами, за то, чтобы мы видели голубое небо, чтобы мы были свободны от коричневой чумы. Чумы, которая хотела поработить весь советский народ. И мы сегодня здесь для того, чтобы возложить цветы и свою благодарность передать тем, кто находится, покоится, и имена их высечены здесь на плитах, людях, которые совершили свой подвиг во имя жизни, нашей жизни. Участники военно-патриотического клуба «Тайфун» возложили к мемориалу венок. Далее священник провел литургию по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они отдали жизни, чтобы мы жили в мире, чтобы над нами светило мирное солнце. Самое страшное в жизни – это забвение. Мы приходим сюда каждый год, чтобы помнить эти страшные события Великой Отечественной войны. Спасибо всем, кто приходит. Спасибо всем, кто помнит. Хочу сказать огромное спасибо ветеранам, которые передают эти знания нашей молодежи. По завершению мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу. Сергей Дружинин и Егор Кабанов для программы «Городские вести».